Сегодня будет рыбалка на таежном горном ключе. Рыбы будет много. Природа будет красивая. Так что смотрим. Фу. Забрались в такую дичь. Сейчас вот пока шли, коза пробежала. И буквально не прошло и 5 минут. Зюбряк вот сейчас вот здесь вот как ломанулся. Здоровый такой. Что тут у нас с глубиной? Два места уже сменил. На одном ничего не было. На втором какая-то мелочь поклевывала, но крупной, видимо, не было. Просидел там минут 20, наверное. Вообще. Только тюкает и все. Поэтому решил еще раз поменять место. Вот иду. Все истоптано. Козлами, зубрями. Кстати, вообще свежий след. Вот они тут приходят, ветки обгрызают, все истоптали. Такое ощущение, что в зоопарке. Шел сейчас по тропе, а тут вот вдоль берега бежал. Ну какой-то, наверное, козел какой-то. Козлик небольшой. И вот провалился под лед. Ну не совсем, конечно, выбрался, но сам факт, что провалился. Ледок здесь у берега тонкий. О, хороший. Чё же ты нахапал уже? Пока я тут, понимаешь, аппаратуру настраиваю. Опа, вот он. Хариус. О, молодец. Все-таки я муху нашел. Молодец. Маленький, конечно. Но крупнее здесь не бывают. Даже говорят, с икрой такие. О, еще один. Хариузок. Опа! А, не, леночек. Слушай, и тоже на муху, на эту. Оп!
Опа! О! Муха какая! Вообще на нее без разговоров кидают. Маленький ленок короеда, блин, дербанит. Башку ему откусил причем. Отдает. Какая-то мелочь он дербанит, это не может засечь. Короеда он дергает. Ух ты! Нифига! О, сорвался уже здесь. Хороший вообще. Вот это вот крупняк. Причем они два подошли. О, смотри, какой. Вот это уже леночек. Достойный для этих мест. Мелкий долбил короеда. А крупный взял муху. Что-то подошел и задним ходом ушел. Заднюю включил. А он опять что-то. Что-то не нравится. Главное, интересно, тоже вот на одну берет. Мимо проплыл. Не стал клевать. Отогнал мелкого. Сейчас повадился дербанить моего короеда, нового короеда посадил, а он его щиплет и щиплет. Малявка какая-то клюнула на муху. Ух ты, ух ты. Пока я тут чистил, мелочь какая-то набежала, блин.
несколько штук. Опа! Я же говорю, мелочь. По штукам догоняешь. По штукам мне интересно. По весу надо. Не понравился ему обгрызанный короед. Хотя вполне себе еще. Он нахапал, а? Рыб. Че, клюет? Не дают чай попить? Не, у меня-то хороший один. Прям серьезный. На солнышке даже оттаял. Здесь вот типа старицы. Все истоптано следами. И вот подходит вот такой вот лунки. Тут, видать, отдушина. И вот натоптана тропа. Может, я не знаю, пьют они тут. Интересно. Да, кстати, вот еще одно место. Тоже здесь какая-то отдушина. Может, выползает какая-нибудь выдра, я не знаю. Короче говоря, жизнь кипит.
мелочи много лазит. Какая-то зверушка преодолевала препятствие, сбила снега сугроб. Очень много свежих следов коз, зубрей, тигров не видали пока, лучше и не надо. А тут у зверушек прям целая дорога. Бегают туда-сюда, обратно. Отлично сегодня прошел день. Уже пахнет весной. Теплота целый день. В перчатках тоненьких. Даже с самого утра не одевал варежки. Все, рыбалку завершили. Всем счастливо, до новых встреч.